Давайте посмотрим этот дом. Советую строить эту базу вблизи мелких РТ, и вы сможете отстреливать их. Есть мини-крыша для коптера. Здесь используется бункер на стабильность, который открывается снаружи. Обслуживание очень дешевое. Перейдем к постройке. Правую часть треугольника ставим как раз в направлении какой-нибудь РТ, так у нас будет на них отстрел. Советую поставить эту полку в начале, для работы бункера отводим в этом месте треугольниками на 6 квадратов, как на видео. Этот треугольник нужно примагнитить к правому треугольнику. Для наглядности он не будет торчать справа внизу. И опять от треугольника отводим квадраты, так как в прошлый раз. Важно поставить потолок именно на эти полустенки. Этот квадрат ставим смотря на левый край здания и только тогда закрываем буферку. Проем ставим смотря на выход. И обязательно проверяем, работает ли бункер, если нет, то вы что-то сделали неправильно.
Для начала можно поставить деревянные окна, это даст максимальный отстрел. После установки всех буферок, проверяйте работу бункера.
Если у вас есть ресурсы, то весь первый этаж можно улучшить МВК. Спасибо за просмотр.